Сейчас пенсия у нас для гражданских лиц составляет примерно 1750 гривен, а для военнообязанных, значит, 2620. То есть почти на 150 гривен в этом году нам удалось повысить. Скажу, что на следующий год планируется, ну, сумма примерно 250 гривен, насколько будет увеличиваться пенсия. По всей Украине вводится так называемый электронный документооборот. То есть человек приходит, сдает нам документы, мы их сканируем и заводим электронное дело.